регистрации в системе. Дополнительную информацию о службах и учетных записях, которые они используют, читайте на сайте Microsoft в статье Services Permissions. Как создаются учетные записи пользователей? Учетные записи пользователей бывают двух типов. Доменные учетные записи, которые хранятся в Active Directory, и локальные учетные записи, хранящиеся в локальной базе безопасности. Доменные учетные записи позволяют пользователю получать доступ к ресурсам в домене. Локальные же учетные записи позволяют пользователю получить доступ только к ресурсам компьютера, где находится эта учетная запись. Заметьте, что на контроллерах доменов локальные учетные записи не могут быть созданы. Для того, чтобы создать учетную запись пользователя домена, в Administrative Tools откройте оснастку Active Directory Users and Computers, разверните свой домен, найдите нужный вам Organizational Unit и в поле New укажите User. В открывшемся окне New Object User впишите имя пользователя в поле First Name, инициалы в поле Initials, фамилию в поле Last Name и имя учетной записи в поле User Logon Name. Вторая часть User Logon Name содержит доменный суффикс, означающий домен, где будет находиться эта учетная запись. Щелкните Next. На следующей странице в полях Password и Confirm Password впишите дважды пароль для этого пользователя. Укажите необходимые опции учетной записи, щелкните Next и Finish. Для того, чтобы создать локальную учетную запись, необходимо будет в меню Administrative Tools открыть Computer Management, развернуть Local Users and Groups – Users, в меню Action выбрать New User. В открывшемся окне в поле Username впишите имя пользователя, впишите также полное имя пользователя. В полях Password и Confirm Password дважды впишите пароль пользователя, укажите дополнительные опции учетной записи, щелкните Create и Close. Имя пользовательской учетной записи может быть не длиннее 20 символов. Хотя само поле принимает более 20 символов, операционная система будет регистрировать только первые 20 символов, причем при создании учетной записи пользователя не разрешается использовать следующие символы. Кавычки, прямой слэш, обратный слэш, квадратные скобки, двоеточие, точка с запятой, прямая черта, равно, запятая, плюс, звездочка, знак вопроса, угловые скобки. Имя не может состоять только из точек или только из пробелов. Другим способом создания учетной записи пользователя домена может служить командная утилита dsaddUser. Для этого в командной строке впишите dsaddUser и укажите дополнительные параметры. Синтаксис команды и дополнительные параметры вы можете узнать, набрав dsaddUser / знак вопроса. Практическая работа. Создание пользовательских учетных записей. В этой практической работе вы получите опыт создания локальных учетных записей с помощью Computer Management, создание доменных учетных записей с помощью оснастки Active Directory Users and Computers, создание учетной записи с применением опции Run As и создание учетной записи с помощью команды dsaddUser. Общие рекомендации по созданию пользовательских учетных записей. Существуют определенные правила и предписания безопасности по ведению пользовательских учетных записей. Рекомендации по администрированию локальных учетных записей. Переименуйте учетную запись администратора для того, чтобы сократить возможность атак на эту учетную запись. Не включайте учетную запись guest без точной необходимости. Ограничивайте количество лиц, имеющих локальные учетные записи на компьютере. Пользуйтесь доменными учетными записями. Используйте длинные и сложные пароли. Правила ведения доменных учетных записей. Отключайте любые аккаунты, которые не планируется использовать в данное время или не используются в течение длительного времени.
Требуете, чтобы пользователи меняли свои пароли при первом входе и периодически в последующем времени. Как рекомендуется в предписаниях безопасности, выполняйте обычные повседневные операции под учетной записью обычного пользователя, а специальные административные задачи можно исполнять, применяя административные полномочия с помощью опции RunAs. Переименуйте или отключите учетную запись администратора. Вместо нее используйте новую личную учетную запись из группы Administrators и отключите учетную запись Guest, гость. Имейте в виду, что по умолчанию весь трафик между административными утилитами Active Directory шифруется и подписывается операционными системами, так что не следует отключать данную опцию. Тема. Создание учетной записи компьютеров. По окончании этой темы вы научитесь идентифицировать учетные записи компьютеров, описывать их назначение, указывать, где они могут располагаться в домене, создавать учетные записи компьютеров и устанавливать их различные опции. Что такое учетная запись компьютера? Каждый компьютер под управлением Windows NT, Windows 2000, Windows XP или Windows Server 2003 для работы в домене должен иметь учетную запись компьютера домена. Опираясь на учетные записи компьютеров, Active Directory может устанавливать права и политики безопасности для этих компьютеров. Учетные записи компьютеров не могут быть созданы для старых операционных систем, таких как Windows 95, Windows 98, Windows Millennium или Windows XP Home Edition, поскольку возможность этих операционных систем не отвечает требованиям безопасности Active Directory. Для чего необходима учетная запись компьютера? Учетная запись компьютера в первую очередь идентифицирует сам компьютер перед службой безопасности Active Directory. А также, если компьютер обладает учетной записью в Active Directory, при передаче данных с использованием IPsec он может использовать авторизацию по протоколу Kerberos. Кроме того, учетные записи компьютеров могут быть использованы администратором для управления сетевыми ресурсами в целом. Системный администратор может настраивать программное окружение операционной системы или политики безопасности, или предоставление доступа к определенным ресурсам. Где располагаются учетные записи компьютеров? При создании учетной записи компьютера администратор может расположить этот компьютер в любом подразделении. При вводе компьютера, не имеющего учетной записи в домене, его аккаунт создается в специальном подразделении Active Directory Computers. Впоследствии администратор может переместить учетную запись в любое другое подразделение. По умолчанию любой пользователь Active Directory может ввести до 10 компьютеров в домен, используя свою учетную запись. При необходимости это право может быть изменено. Однако, если администратор сам создает учетную запись, то пользователь, впоследствии вводя компьютер в домен, не использует свой ресурс. Процесс добавления учетной записи компьютера в Active Directory перед тем, как компьютер будет введен в домен, называется pre-staging, предварительная подготовка. Обычные пользователи не имеют права проводить pre-staging, они могут только ввести компьютер в домен. При этом система подсчитывает, сколько компьютеров было введено пользователям в домен ранее и ограничивает это число 10. Администратор такого ограничения не имеет, так же как и все члены группы Account Operators, операторы учетной записи. Опции учетной записи компьютеров. Среди опций учетной записи компьютеров можно указать две. Pre-Windows 2000, старая операционная система до Windows 2000, и Backup Domain Controller, вторичный контроллер домена NT. Pre-Windows 2000 используется для указания того, что это учетная запись для старых операционных систем типа Windows NT. При этом пароль, генерируемый для учетной записи этого компьютера, создается на основе имени самого компьютера. Это сделано для поддержки старых операционных систем. Если вы не указываете данную опцию, это значит, что компьютер умеет создавать произвольный пароль для своей учетной записи в Active Directory и обновлять его каждые 5 дней. Другая опция, Backup Domain Controller, указывает, что этот компьютер является вторичным домен-контроллером для домена NT, и ваш домен находится в смешанном режиме с
поддержкой NT-данных контроллеров. После предварительного создания такой учетной записи вы можете инсталлировать Windows NT 4.0 в своем домене. Как создается учетная запись и компьютер в домене? По умолчанию члены группы Account Operators в домене имеют право создавать учетные записи компьютеров, подразделение Computers или любых других созданных администратором. Однако никто не имеет права создавать какие-либо учетные записи в следующих системных подразделениях: Built-in, Domain Controllers, Foreign Security Principles, Lost and Found, Program Data, System или Users. Для того, чтобы создать учетную запись компьютера домена, вы должны будете в Administrative Tools раскрыть оснастку Active Directory Users and Computers, раскрыть домен, найти Computers или любое другое подразделение, где бы вы хотели создать такую учетную запись, выбрать меню New Computer. В открывшемся окне New Object Computer в поле Computer Name укажите имя компьютера, укажите дополнительные опции к аккаунту компьютера, щелкните Next. На следующей странице Managed щелкните также Next, щелкните Finish. Для того, чтобы создавать учетные записи компьютеров, вы должны входить в группу Account Operators, Domain Admins или Enterprise Admins. Либо вы должны обладать делегированными полномочиями на создание учетной записи компьютера. В целях безопасности вы также можете воспользоваться опцией Run-S для запуска Active Directory Users and Computers от лица администратора или члена группы Account Operators. Кроме всего прочего, для создания учетной записи компьютеров вы можете воспользоваться командной утилитой DSAdd Computer. Для получения информации о параметрах DSAdd Computer наберите в командной строке DSAdd Computer / знак вопроса. Практическая работа. Создание учетной записи компьютеров. В этой практической работе вы попробуете создать учетную запись компьютера с помощью оснастки Active Directory Users and Computers, а также с помощью командной утилиты DSAdd Computer, модификация учетных записей пользователей и компьютеров. В этой теме вы получите необходимые навыки изменения учетных записей пользователей и компьютеров. Научитесь описывать свойства учетных записей пользователей и компьютеров и получите практические навыки изменения этих аккаунтов. Когда следует изменять учетные записи пользователей и компьютеров? Задачи системного администратора обычно входят в создание и управление учетными записями пользователей и компьютеров. Вы, как системный администратор, должны обладать достаточным уровнем знаний для того, чтобы проводить полноценное администрирование таких учетных записей. Учетная запись пользователя может хранить массу информации о самом пользователе, такую как его телефоны, адреса электронной почты, место в офисе, номер кабинета. Всю эту информацию можно использовать для поиска такого пользователя в Active Directory. Администратор, в свою очередь, может в свойствах пользовательского аккаунта узнать, как пользователь работает со службой терминалов или как он получает доступ в сеть по модемному соединению. Учетные записи компьютеров в Active Directory также хранят достаточно серьезную информацию. Наиболее часто используемые свойства учетной записи компьютера – это Location, местонахождение компьютера в сети, и Managed By, где указывается имя управляющего этим компьютером. Поле Location позволяет выяснить местонахождение компьютера в сети, в каком городе, здании или на каком этаже находится компьютер, а в поле Managed By